По поводу цветов. Ребят, у меня тоже есть друзья, с которыми я хорошо общаюсь. Я немножечко разыграла своего друга, что я на него обиделась, и он думал, что мы больше не будем общаться, поэтому... Ну, он, понятное дело, он не швейцар, потому что швейцарцы так просто не дарят цветы. Это редкость. Тебе все идет. Сейчас будем краситься и мыть машину. Хотели бы вы увидеть, как я мою машину? Голова не болит, нет. Анечкой. Ты поправился, похудела, глаза раздуй. Сегодня мне пишет подписчица. Она мне уже тогда писала, когда я в России сториз выкладывала, что вы там такие мерзкие. Сегодня на меня подписано. Ты такая дешевка. А я ей пишу. Так если я дешевка, так ты отпишись. Что тебе на дешевку? Зачем тебе на дешевку быть подписанной? Подписанной. У меня сегодня с русским такие проблемы. Я слишком много на немецком переобщалась, поэтому не обижайтесь. Где мама? У меня родители пошли гулять в лес. Не хочу красить, но надо. Так что вот. Я просто так подмажу чуть-чуть и все. Ты редко ведешь эфир из дома, потому что я очень редко дома. Я сегодня дома, потому что у меня была... Все голос свой, да. Как быстро выучить немецкий, не знаю. Я вообще по-немецки не говорю, как подписчики говорят, поэтому не знаю, не могу вам сказать. В какой стране Европы, на твой взгляд, самые красивые девушки? Я думаю, что везде есть красивые девушки. Такая любовь была. Выспела. Что там вы пишете? Nails, hair, hips, heels, face, gun, lips, real, purse, full, big deals. Yes, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin, face, thick, thighs. You, me, you, wish, you, phone, who, this, daddy, that's back to the gum, gum, gum. Mommy, yes, God, and you pop that gum. This whole club is a runway run. Она сейчас 5:30. Я вообще просто по карте крашу. Покажи свою косметичку. Я забыла свою косметичку в машине, пойду сейчас просто тоналкой мажусь. Побиться утешать. Ich bin aus Berlin. Как это делается? Блин, не знаю. Сейчас.
Да не знаю, я все кстати. Сейчас я вам сделаю треки. Как смываешь тень? Я вообще просто блестючки делаю, все. Мне 24. Короче, не накрашусь никогда с вами. Ты его заборчика? Что такое заборчика? Ездила в Италию? Значит, ты перевод английских песен. Здесь он поет конкретно про шлюху. Ну ладно. Просто хороший трек. Что вам ответить? У нас жарко. Солнышко. Почему тебе не везет? С чем мне не везет? С парнями? То, что с парнями не везет, а кто сказал, что это не везет, это наоборот как бы хорошо, что... Что я не трачу свое время. А представляете, так встречаться там 5-10 лет. Правильно? Он слился на хмотку, бай. Let's go! Убавь чуть музыку. Я с вами не накрашусь, ребят. Мне надо причесаться и накраситься. А я еще единственное, что я сегодня сделала, сходила в душ и сейчас одела пуловер. Все. И написала пост. С Яной общаюсь, а Ниты нет. С Владом мириться будешь? Я ни с кем не ссорилась, чтобы мириться, ребята. Я просто рассталась. Размер ресничек 3. Как-то так. Когда на Катю наезжала из завода, еще раз вам говорю, когда в отношениях с человеком, почему... Я сделала все правильно, в смысле, то есть ему там позвонили, я ответила, все. Сейчас они вместе, им что насрать, кто там что делает. Итальянец был хорошим парнем, никто не спорит с вами. Итальянец был добрый, никто с вами не спорит. Но у меня... Мне не хватило в нем стержня.
рост 174. По знаку зодиака рыба. Что за пи***? Ты уехал из Москвы, он по девушкам пошел. Какая печаль, смотрите, даже песня. Осколки. Мне очень грустно сейчас. Ужас. Да. Все. Убегаешь от меня. Смотришь мне в глаза. Та-та-та-та-та. Ты никак не выйдешь из дома, а? Ты на сарказме, да? Нет. Я переживаю, ребят. Вы же за этим заходите сейчас в мой прямой эфир. Я так переживаю. Я думаю, как так? Я думала... Боже! Ответь на вопрос. Задайте его еще раз. Какой вопрос? Где итальянец? Он в Италии. Ты правильно, что ты легко отпускаешь людей? А что я должна делать? Сейчас сидеть и страдать, что... Ой, там других возят, вы мне это все скидываете. Ой, как мне плохо. Камон. Я сейчас пойду машину мыть. От меня. Зачем ты обобщаешь? Что обобщаю? Что-то вы мало провстречались. Но лучше мало, чем много, а потом, знаете, не очаровывайте, чтобы не разочаровываться. Сколько на днюху потратишь? Много. Итальянец был шикарен. В России бы таких красавцев. Я считаю, что если бы он приехал бы в Россию, от него осталась бы, возможно, бы только какая-нибудь кепка, в которой бы он прилетел, потому что девочки бы точно... На него бы все налетели. Это 100%. Машину в Швейцарии стреляешь? Ну, сейчас в марте, когда я прилечу в Москву, да, а потом... Либо сейчас я быстренько продам и возьму внедорожник, либо, да, на ней. Красится, чтобы мыть машину, я еще в гости поеду. Хватит эмоционировать. Ну вы же за этим в эфир приходите. Ой, как плохо. 3000 евро на 40 человек. Ну, я не буду вам говорить цены. Обобщай, что мы зашли в сторис, чтобы злорадствовать. Нет. Я просто говорю о том, что мне вот сегодня опять начинается эта вся канитель. Когда же меня уже наконец-то оставят в покое, дадут мне жить моей жизнью прекрасной. Сегодня уже опять начали скидывать, что там с какой-то девочкой ездит. Твой. Ой,
твой там ездит. Мой бы не ездил, ребят, это не мой человек, и здесь уже как бы все понятно, поэтому... Сначала пишут, как не подходит мужик, потом пишут, почему расстались, блин, а вам что, больше не интересно, чего в его, ее жизни? С Пинчукой незнакома. Недвижимость купила, еще ничего ему не скажу. Как приобрела внутреннюю силу? Она всегда была во мне. Не зря занималась боксом 6 лет, понимаете? Забила на все, молодец. Влад, судя по всему, смотрит твои эфиры, отвечает, как ты в прямом эфире, либо ему вот это все рассказывает. Вы знаете, просто, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Видимо, еще, понимаете, в машине, где сегодня ездил он с этой... Как ни крути, здесь, ну, наверное, еще пару денечков. Завтра мне будет стыдно за перепелую домой. Только не ругайся сильно за перепелую домой. Это судьба Мари, что ехала в Швейцарию, он сразу налево. Значит, не твой человек. Я просто никого не хочу, знаете, пиарить там, вот это, чтобы хайп, вот эта вся история, это вообще мне, как бы это, как вам сказать, тема в покое, я знаю, там эти паблики уже все выкладывают, недолго музыка играла, да там не то, что музыка, там даже до припева не дошло, поэтому как бы, там только аккорд начался, поэтому не парьтесь вы так. Почему с Аней ты не общаешься? Я с Аней-то давно не общаюсь. Копи на квартиру. Откуда вы думаете, что у меня... Ничего не буду рассказывать. Пример многим. Спасибо. Нормально ли, что парень общается с бывшей? Тоже общайтесь с бывшим. Заобщайтесь с бывшим... Пошел Катын и даже к бывшему бы вернется, потому что к ним смысла нет возвращаться, и просто бы нашла себе нового мужика. Бабушка его у тебя под постом пишет комментарий. Моя бабушка? У меня у бабушки нет Инстаграм. Тебя еще долго будут доставать. Не будут. Это жесть. Как-то так. Нижние ресницы, да, я сейчас чуть накрасила. Люди докладывают постоянно, будут на каждый роток, не накинешь что-то. Ну, я думаю, что в моем случае мои подписчицы думают, что они делают верное дело, когда они мне там скидывают это все. С его стороны, я не знаю. Катайся. Как твоя бабушка? Нормально, я сейчас к ней поеду уже потом, когда в Москве буду. К
Как в Швейцарии живете? Мне вот сложно быстро переходить к интимным отношениям, а мужчины долго ждать не привыкли, до аккорда доходит и все. Я вообще считаю, что мужчины должны ждать, тем самым вы даже проверяете вашу значимость, если там... ...где проверять, никогда не знаешь. Все мужики, они такие... Измена бы простила? Нет, конечно. Почему был гормональный сбой? Потому что у меня очень сильный стресс произошел. Из-за того, что у меня отчим мой рак был, и все, короче. Что ему там не то. Не накрасилась, я только сделала нижние ресницы, стала мазаться тоналкой, вот. Как-то так. Меньше макияжа. Ты говоришь по-английски? Нет. I don't speak English. Конечно, у меня из моих друзей тоже при одном день рождения. Друг у меня должен приехать. С теми сучками, которыми он катался, столько больше нет. Ну нет, так нет, ну что теперь делать? Боже, зачем вы мне это рассказываете? Господи, боже. Мне не собрать этот пазл. Там просто идет хайп за хайпом. А я тебя не показываю. Поэтому, да. Хотите, чтобы я как-то это прокомментировала? Вы большие молодцы. Вот. На этом все, наверное. Моя подруга эту песню ненавидит. Если она тут, слушай. Есть плюсы, хоть и не узнаешь, каково это летать по всем углам и быть избит. Ну зачем вы так говорите? Так нельзя. Я уверена, что меня никто не бил. Да он Марину пытается задеть таким образом, еще психологически не созрел для серьезных отношений с семьей. Меня никто не заденет, поверьте мне. Мне уже надоело о нем говорить, честно, у меня уже все кругами входит.
Господи, у нас есть хоть какие-то другие вопросы. Давайте хоть обсудим, не знаю. Короче, тогда я вам сейчас... Думали тематическую офигенную вечеринку. Это будет не Гэтсби, потому что мы изначально хотели Гэтсби, но сейчас у нас все намного круче. Все мои гости идут с подарочками, поэтому мы еще в это делаем небольшое такое вложение. Что? Поэтому нужно прислушиваться порой к людям, не доверяя чувствам и фальшивому образу достойно. Смотрите, я вообще никогда никому не прислушаюсь, я сам, как бы, вот сама пока не увижу, то не увижу, все. У меня свои загоны, у него свои загоны, там, кто-то может о чувствах больших говорить, а потом с девочками кататься на третий день, но я так не делаю. Здесь, как бы, искренность, неискренность, поэтому расстались, расстались, все, давайте дальше идем. День рождения, 20 марта. Вы рады, что я дома сторис делаю, эфир? У тебя своя квартира или снимаешь? У меня будет своя. В пижамных штанах я еще дома сижу, но пойду скоро переоденусь. Так, Казагулов, иди. Звонят мне тут. Ты ебанутая, что с тобой? Да, немножечко есть. Братан, я все понимаю, но если уже договорились, да? Ты будешь жить в России, приезжай в Анапу. Я хочу жить в Москве. Точное время я не знаю. Короче, я докрашусь и поеду. Нашел холостяк, не звали еще, я вам ничего не скажу. Пусть придет тебя дорога,
О чем эфир музыку сам послушаю? Ну, выйдите. Если будете брать внедорожник, тоже BMW? Я думаю, да, я хочу X6. Ну, что, у меня сегодня свободный день, я вчера потусила, у меня... Чем-то я обдолбалась еще со вчера, ребят, вы что? У нас же там была прям героин партии, вы что? Может быть просто хорошего настроения, нужно же обдолбаться. Выпила, да, конечно. Иди танцуй в другое место. Почему не могу в своем эфире покайфовать? Какие-то вы тоже странные. Так, сейчас будем пробовать тебя. Хер играет. Марина сама позвонила, я с кем не договорилась. Я спонтанно. Волосы объемом шикала. Ладно, финита, финита ля комедия, конечно. Давно не было видео с макияжем, так вы же засираете всегда, я уже перестала делать. Дома сейчас, сейчас, да. Блин, если не так лень красить, я не буду ничего красить. Почему решила переехать в Москву? Давно бы хотела приехать.
Брови даже не могу накрасить, потому что у меня косметичка в машине. Ладно, бог с ним. Ладно, пошла, ребяточки, я попозже, может быть, из машины зайду, мы с вами поговорим.